Доброе утро, прекрасный мир. Насмотрелась я вчера видосов, какая вкусная бывает яичница. Что-то конвертиком сложили, сыр внутри положили. Омлет, точнее, красота. Ну, у меня, видите, слава тебе, Господи, хоть сыр сверху. Тут один где-то вот тут в недрах застрял. Это фиаско, братан. Дорогие мои, доброе утро вам. Приятного аппетита. И пусть что бы в этой мире ни случалось, происходило у вас только к лучшему. Ничего вкусно. Слава богу, что хоть вкусно. Пусть не эстетично. У всех бывают провальчики нормальные. Зато обалдеть, как вкусно. Заварила себе чайку с шишками. Добавила туда вот этот синий чай, который мы с вами на рынке покупали. Посмотрите, как он наливаться сейчас будет. Представляете? Ароматный. Это... Что это я забыла? То ли фиалка синяя, то ли еще что-то тропическое. Дочка у меня регулярно пьет. Доброе-доброе. Сегодня поедем, курочек моих проведаем. Как они, узнаем еще что-то еще. В инстаграме озвучила, вам попозже сюда тоже расскажу. Сюрприз у меня, сюрприз. Покажу вам, все покажу.